как можем, их стимулируем, но этой стимуляции недостаточно, они уходят. Они поработают немножко и уходят, или вообще не приходят. Вот у нас работает семейная пара, 20 лет, Евгений Николаевич Попков и Надежда Ивановна Сударева. Евгению Николаевичу 80 лет. Надежда Ивановна помоложе, но просто я с великим уважением отношусь к людям, которые посвятили себя этому труднейшему делу воспитанию поколения, да, наших люкадриков. Ребят, без молодой поросли, к сожалению, невозможно развивать это дело, как и в любом виде спорта. Поэтому у меня к вам будет вот, так скажем, вопрос и просьба. Как мы будем сдвигать эту машину? У легкой атлетики должна быть корона, это же королева, правильно? Мы корону вроде как нашли, немножко вот сейчас мы пытаемся ее воздвигнуть, но она же должна быть золотой, хоть немножко, хоть чуть-чуть.